Продюсерский центр Сергея Масина и канал НТВ представляет. В рамках фестиваля «Балтийский берег русского шансона» гастроли лучших певцов фестиваля из Эстонии. Сергей Масин и Евгений Куневич с концертной программой «Звуки шансона». 1 октября город Локса, 2 октября город Силаме, 3 октября город Кивиили, 4 октября город Пярнус-Патервис, 5 октября город Нарва-Ругадив, 6 октября город Таллин-Линдакиви. Билеты в Пелетиливи и в культурных центрах.